Thank you, Sergey. Ну, у вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял. И в Крыму видели, что происходит? Там была попытка правого сектора, Бандеры, Шухевича. Там не было наших военных специалистов и экспертов. В Крыму произошло то, что предусмотрено уставом ООН. Право нации на самоопределение стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, суверенитет обязаны уважаться. Обязаны уважаться. И Генеральная Ассамблея принимала декларацию. Ну, может, смешно, я не знаю. Мне тоже было смешно, я сдерживался. Германия объединялась без всякого референдума. Советский Союз выступал против раздела Германии. Хорошо, спасибо. И я говорил о том, что необходимо переподтвердить, если хотите разговаривать. Давайте сядем и переподтвердим. Вот, поэтому можно, конечно, над этим смеяться. Будет хороший сюжет для телевидения.